И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Как вы знаете, совсем недавно у нас в игре произошли изменения в балансе пушек определенных интересных, и сегодня, как вы уже понимаете, у нас будет игровой видеоролик, связанный с этой темой. Сегодня пообозреваем одно интересное вооружение, ну а вы, если вам нравится все это дело, если вам нравятся игровые видеоролики, поддержите его лайком. Оформите подписку на канал, если смотрите впервые, если не подписаны, мне будет очень сильно приятно. Ну и также не забывайте про колокольчик. Ну а вооружение сегодняшнее, которое у нас будет тестироваться, это Хорнета рельса со скаутом. То самое вооружение, которое, наверное, таки в последнее время не было так актуально в матчмейкинговых боях. Но после позавчерашнего обновления рельсу со скаутом довольно-таки неплохо апнули, и сегодня мы ее протестируем, посмотрим. Я на стриме играл, ну, буквально, наверное, одну каточку, и то даже не до конца, из-за того, что было большое обилие резистов. Но то, сколько опыта набивает эта рельса, теперь это очень достойно, когда ты с одной рельсы по безДАшному танку с ДДшки наносишь по 2000 урона, по ДАшному, да, то есть по косарю, со скаута, то есть, по сути, если у противника нет брони, вы будете его ваншотать. И, конечно же, посмотрим вообще, правда ли это, нагибает она, не нагибает. Сыграем, как всегда, 2, может даже 3 боя в матчмейкинге. Конечно, сильно жестко не судите меня за игру на рельсе. Вы сами понимаете, что я рельсовод тебе такой себе. Но постараюсь занять сегодня здесь первое место. Как всегда, попытаться еще и выиграть эту замечательную, интересную каточку. Ну и посмотрим, что у нас вообще из этого всего здесь сегодня получится. Как вы видите, уже по 2000 урона неплохо так вылетает. Одного забрали, второго забрали. Ну и теперь будем ждать только того момента, когда у нас появится овердрайв, дабы полноценно начинать реализовывать уже свой корпус. И я думаю, что для данной пушки можно также использовать викинга, но все же, как вы знаете, хорек, который отключает резисты, в этом плане смотрится намного-намного лучше, и его намного приятнее использовать против любого противника, из-за того, что в матчмейкинге довольно большое количество резистов все-таки от жиги имеется. Поэтому, если вы ставите себе выбор использования данной интересной пушки на каком-либо корпусе и думаете, что там лучше, викинг, хантер, может быть там васп, то я вам могу сказать с уверенностью, то все, что все же лучше использовать данное интересное вооружение с харьком. Да, безусловно, вам будет сбивать, вам надо играть более аккуратно и не так играть, как я, более открыто. И тогда у вас все будет получаться, и по сути вам даже не будет страшен любой противник. Ну ладно, овердрайв первый у меня уже появляется, пора пытаться как можно больше дамажить и как можно больше сливать оппонента, соответственно, зарабатывать как можно больше опыта. Перезарядка на скауте просто нереальнейше быстрая, когда ты по 2000 урона наносишь с одного выстрела по любому противнику, это, конечно, очень жестко, это сильно, наверное, даже дезморалит, не то что бесит, еще и дезморалит, но катку еще и начинаем тоже выигрывать, 150 опыта уже у меня имеется. Это, конечно же, не может не радоваться. Сыграем сегодня в двух режимах, я думаю, что и в ЦТФ-очке сегодня покатаем. Если будет катка какая-нибудь досрочная, то, может быть, еще какой-нибудь третий режим сегодня зацепим, дабы рассмотреть данное вооружение полноценно в двух-трех режимах. Как всегда, будет, я думаю, что очень даже интересно и грамотно. Пока что катка складывается довольно-таки неплохо. Если бы я еще попадал побольше, было бы вообще великолепно. Но пока с моей стрельбой имеются, ну, небольшие-небольшие такие минимальные проблемочки. Можно было бы сейчас, наверное, прожимать овердрайв, но так как у меня аптечки нету, я, наверное, этого делать не буду. И сейчас вот, например, по данному молодому человеку вышел урон 1990. Или там чуть-чуть меньше, но в общем и целом до 2к не дошел урон, из-за этого я его не ваншотнул. Это очень даже обидно в таких ситуациях, когда ты стреляешь по харьку. Попытаемся сейчас забрать хотя бы одного, может даже двух в этом моментике. Какая-то тут Ола, я думал это Оля, а это Ола какая-то пытается нагибать. Отлично, плюс один танчик здесь сливаем, попробуем слить харька. Отлично, ваншот, 2009 урона вылетает. Ну и теперь попытаемся еще одного добить. Отлично. Что касаемо уничтожения легких танков, это просто прелесть, как легко и просто можно уничтожать один за другим танки, если у вас еще вернее, если у противника еще и нет резиста от рельсы, то по сути вам даже уже и овердрайв не нужен будет, вы будете постоянно наносить большое количество урона и за счет этого, конечно же, нагибать. 270 опыта я уже набил, отлично, первое место уже сохраняем за собой и пытаемся увеличивать отрыв.
Я думаю, что если я в этой катке набью где-то около 600, это будет вообще прикольно, прилично. При том раскладе, то, что я запикался не в самое-самое начало этой катки. Это смотрится очень даже неплохо. И вы сами видите, сколько еще выстрелов я промахиваюсь. Если бы я еще бы все выстрелы попадал, то набивал бы, соответственно, еще больше урона. Жига неплохо меня здесь поджигает. Я пытаюсь немножко откатиться назад. Блин, было бы неплохо, конечно, здесь прожимать овердрайв, но так как аптечки у меня уже здесь нету и понимаю, что жига в упоре, лучше, конечно, здесь овер я прожимать не буду. Но сейчас с респа я думаю, что прожать уже смело данный замечательный овердрайв можно. Давайте попытаемся сразу забрать как можно здесь больше точек, дабы противник не чувствовал себя спокойненько на нашей половине. Сливаем еще и титана. Ну, теперь можно здесь попытаться слить хотя бы одного из двух вот этих вот молодых людей. Одного слили. Можно второго. К сожалению, ни один тиммейт мне не помог. И молот прожал овердрайв. Если бы не прожал овер, я думаю, что его бы забрал бы. И того хорька, который сбоку стоял, можно было бы тоже забрать. Но 40% нового овердрайва я уже себе накопил. Тоже неплохо. Пытаемся сейчас накинуть урон. Еще по вот этой ресе. Отлично! Пища. И добьем. Отлично, великолепно. Давайте, может, еще сквозной дадим. Пищеночка по одному молодому человеку прилетела. По второму не так много прилетело. Можно добить, добить, добить. А, сзади все этот хоригром меня бесит и бесит. Пытается все сливать, сливать. Минута до конца, еще один овер. Я думаю, что мы точно полноценно прожмем. К сожалению, скорее всего, до 600-очки. Той самой, которой я хотел добежать. Мы не добежим, не дойдем. Но где-то около 500 опыта. Я думаю, что полноценно с этой катки можно набрать и получить. Только вот главное катку выиграть. Остается 55 секунд до конца. И почему-то наши тиммейты начинают... Да и вообще, в принципе, команда начинает терять очень много точек. Еще и гаусс мне сводится. Это что, с овером гаусс был какой-то? Что очень много урона мне прилетело. Я даже не ожидал столько получить, если честно. И это попахивает очень плохо. Очень плохо, очень плохо. Можем даже еще и снить эту катку. Я надеюсь, что мы выиграем. Видишь, что у нас здесь все получится, шафт сливает. Хориграмму накидываем. Я не понял, честно говоря, как я слился. Может быть, там просто с бустером по мне урон прилетел от гаусса. Вот этого, который стоит сверху. Ну да, слил-то он мне. Наверное, просто он с бустером стоял. Накинул довольно-таки такую жесткую плюху. Но главное, что мы катку выиграли. Первое место есть. Даже несмотря на то, что я 500-ку даже не добил, 450 опыта. 20 киллов на 10, довольно неплохо, двоечка УП для такой катки, которую я еще и не начинал с самого-самого начала. Это очень-очень даже прилично. Еще и 2000 кристаллов получаем. Следующую катку, которую мы пикаем, это, конечно же, захват флага. Посмотрим, что у нас будет там происходить с нашей любимейшей хоррор-рельсой. Я надеюсь, что все должно складываться довольно-таки неплохо. Молотов. Карта не самая приятная из-за того, что, скорее всего, сейчас мне здесь кританет. Но не будем обращать на это внимание, будем пытаться сразу же быстро-быстро-быстро увозить вражеский флажочек. Отличный заход уже имеется, можно так через центр и сразу улетать-улетать и еще раз улетать. Так, титан, я понимаю, конечно, ну и вот крит-ошибка та самая, о которой я вам говорил. Не было вообще скрита, я бы спокойнейшим образом поставил бы первый флажочек. Так, я вынужден что делать? Правильно, обновляться. Обновляться из лучших суперских нагибаторских крит ошибочек. Ну ладно, я надеюсь, что наши тиммейты там поставили этот флаг. Потому что, по идее, там противник не ехал у меня в спине. И должны были наши тиммейты, по идее, такой флаг ставить. Да, 1-0 уже имеется в нашу пользу. Это очень-очень хорошо. 2-0 уже. Нифига себе. Тут так может все произойти, что я пока играть начну, пока первый овер свой прожму, мы уже катку здесь доиграем. Но я надеюсь все же, что пострелять я здесь еще успею. Опять лаги какие-то жесткие происходят у нас. Будет ли увозить бабочка? Бабочка будет увозить или не будет? Бабочка. Или бобочка. Что за ник такой странный? Бабочка, бобочка. Ладно. Главное, мы будем вести и ставить. Ух ты, сколько рейс мне прилетает. С разворота я не попал, к сожалению. Можно было бы попытаться попасть, но я немножечко нубасик все-таки для хоррор-рельсов, чтобы какие-то такие жесткие прострелы выдавать, что-то попадать нереальнейшее крутое. Но 3-0 уже имеется, это очень хорошо. 3-0 не может меня не радовать, ну и полноценно, я думаю, что стоит сейчас еще и ворваться, попытаться вернуть флаг, если бы мне сейчас тиммейт не помешал. О, еще и врезался, ладно. Ух ты, хорошо, молодцы, даже сами справились, слили. Я думал, что я... Ух ты! Нифига себе, рису на халяву такую попал жесткую с разворота. Я думаю, что такая риса достойна лайка. Даже сам я офигел от того, что я выдал.
Так, 4-0. Походу, это пятый флаг. Походу, все. ГГ. Ну, это очень быстрая катка. Даже при том рассказать, что я никак бы не занял призового места. Но это очень-очень круто и очень достойно, то, что она быстро так закончилась. Ну и как я сказал, если одна из каток будет досрочная, то зайдем, сыграем в третьем режиме. Это ТДМ-очка, тот самый режим, в котором очень большое количество резистов имеется от рисы. Но все же, я надеюсь на то, что нам немножечко здесь повезет. Не будет такое большое количество резов, хотя два реза уже имеется. И попытаемся занять здесь, конечно же, первое место, понастрелять как можно больше киллов. Карта, конечно, не самая удачная для ТДМки, для рисы, но я надеюсь, что у нас в этом плане все равно здесь все получится. Главное еще позицию какую-нибудь такую получше выбрать. Шестерых против уже запикивает. Сегодня какие-то определенные баги с запикиванием игроков в матчмейкинг. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. Но я надеюсь, что это мне особо сильно здесь не помешает, и я сумею набить много-много киллов. Сколько я выдал сейчас по этому молодому человеку? Мне показалось, там 2-300 вылетело. Скорее всего, показалось, не могло вылететь так много со скаута. Вот, кстати, тоже Хори Рикошет с плазмофакелом. Очень прикольное устройство, которое, я думаю, что в скором времени мы тоже вместе с вами протестируем. Но пока я просто улетел в минус, как последний крабик-рачочек. Так, начинаем выигрывать. Это хорошо, это очень хорошо. Сейчас будет совсем скоро у меня уже овердрайв. И тогда мы начнем накидывать большое количество урона. 1500 я уже выдал. 2000 выдал. Ну и добиваем. А, ясно, птичка. И добиваем, значит. Надо добить. Хорошо, тиммейты добили. Так, сотка у меня появляется. Воспожига в спине. Воспожига, это, конечно, жестко. Но я думаю, что она, по идее, не должна меня сейчас здесь так дико нагибать. Я должен жить. Хэштег живи. И дроповая ДДшка. Ох ты ж, боже ты мой, дроповая ДДшка — это лучшее, что могло здесь быть. Дроповая ДДшечка. Два противничка. Ой, какой прострел! Боже, великолепно, просто замечательно. Хорошую рейсочку сейчас выдаем. Двоих сразу забираем. И теперь вот этого еще у вас папулика бы забрать. Ну ладно, он так улетел на рейс. Овердрайв полетел. Ай, блин! Не хватило урона, дабы ваншотнуть танк. Ну ладно, рису еще одну неплохую выдаем. Аптечка сейчас будет. Ай, блин, вот этот плазмофакел, офигеть, как у меня быстро накибает. В упор подъезжает, это все, ГГ. Минус мой прицел, минус моя жизнь сразу сходу. Но мы не расстраиваемся, всего лишь 2 минутки прошло. И мы газуем дальше. Ну, что ты делать будешь, друг мой хороший? Ты либо едешь вперед, либо не мешаешься. А, еще молот, ты. Чего себе, добрый вечер. Как ваше настроение? Мое отлично, а ваше как? Его, я так смотрю, тоже неплохо. Я что-то по 900-ке наношу. Ну, блин, ну ты умрешь сегодня или нет? Конечно, печально, когда у тебя нет овера. И так парниша жестко стоит. Хоть кажется, что ты урона как бы довольно неплохо наносишь. Но, в общем и целом, все равно получается не так уж и круто и достойно. Так, здесь надо прострельчик. Ой-ой-ой, что-то зачепился за что-то. Прострельчик не получился. Ну и все, и это плазмофакел, это ГГ, боже ты мой. Ну что это за бред, плазмофакел, что он творит? Что они сделали с этим устройством, друзья? Хотите, чтобы я протестировал плазмофакел? Если хотите, обязательно напишите по этому поводу в комментариях под данным видеоролик. Что это за бред? Как он так жестко, сила удара какая, вы видели? Я ничего даже сделать не смог. Я газанул, а оно не газуется. Оно меня просто кидает, да и все, и ГГ. Просто берет, кидает. Делает все, что хочет со мной. Ужас. Ужас. Ох уж этот плазмофакел. Еще и этот молодой человек. 50% резистом. Куда вам 50% резисты, молодые люди? Я вас и так не бью. Почти что. Так, чуть-чуть урона наношу. А вы тут 50%. Ой, боже мой. Что сегодня за видеоролик, кто такой? Я летаю в минус, походу, больше, чем на гусеницах нахожусь. Ну ладно, ничего страшного. Я все-таки делит мастер, поэтому мне можно. Главное сейчас молот, чтобы ушел на рис. А не наносил по мне урон. Отличный выстрел. Так. А, там центр в другом месте едет противник. Я уж думал, на моем прицельчике он будет. Но, к сожалению, поехал немножко в другую зону. Ой, блин. Хотел сказать хорошо. Выдал всего лишь 260 урона. И понял, что ничего хорошего в этом нет. Так, ладно, отличная первая риса есть. Вторая риса есть. Третья риса есть. Четвертая риса есть. Пятая риса есть. Правда, без ДДшки.
Не с таким большим количеством урона. Но все же. Рисочки были. Опять плазма факел. Это ужас. Что делает этот плазма факел? Вы вообще видите? Насколько жестко он меня унижает? Насколько жестко он наносит много урона? Я даже не знаю, что делать с ним. Мне нужен овердрайв. Мне нужен овердруйв. И попытка захода, наверное, наверх. Как вы видите, уже резисты потихонечку прибавляются от моей любимейшей рисы. И, соответственно, опыта я уже начинаю набивать меньше. Но это ТДМ, стандартный, дефолтный, поэтому я как бы решил зайти чисто проверить, насколько много здесь будет резов. Если честно, наверное, даже еще и не так много. Бывает здесь и побольше резистов. Поэтому то, что я вижу прямо сейчас, это не является таким большим еще показателем. Единственная проблема, которая сейчас у меня есть, это то, что у меня, к сожалению, нет ДДшки. А вот ДДшка дроповая есть, это тоже неплохо. Так, там какой-то хоречек стоит. Хорезидочка. Ой, хорезидочка. Ой, ты друг мой хороший. Давай-ка я тебя сейчас солю по-быстрому. Давай, дружанин, ты не будешь так убегать. Ой, молодец. Отлично, рельса. Так, хоресоску я слил. Блин, поторопился немножко. Ладно, попытка номер два. Попытка номер два работает. Сливаем. Так, еще можно вот там по гаусу. Если еще попал бы я. Было вообще замечательно. Попадаем. Ай-яй-яй. Что за промахи? Ясно, понял. Ну, рисовать на банке профессионально, конечно. Тут уже никто не поспорит. С моего профессионализма игры на рельсе. Поэтому здесь ничего удивительного нету. Еще и хоречек меня стопает. Ну ладно, расходка будет. 30 секунд до конца. Ну и попытаемся все же. Хотел я сказать, залететь на вражескую базу. Но, похоже, я уже никуда здесь не залечу. Пару-тройку печальных таймингов я все-таки в этой катке словил. Поэтому результат, ну, не сказать, что лучший. Не сказать, что хороший. Могло быть здесь куда лучше и куда более приятно. Если бы я бы, например, здесь еще были бы какие-нибудь точечки, захватывал бы точечки, поднимал бы овердрайв, и тогда бы с рельсочкой наносил как можно больше урон. Поэтому, друзья, что я могу вам сказать? Для любителей рельсы я вам могу сказать 100%. Берете скаут, разваливаете кабины, только попадаете, а не играете на рельсе так, как я, и тогда у вас будет все складываться просто великолепно и замечательно. Рельса сейчас просто в лучшем балансе. Лучше, конечно, играйте в контроле точек, в захвате флага. Ну, мой лучший, для меня как бы, ну, лучший режим — это контроль точек. Смотрите как бы сами. Но я думаю, что на хоре рейсе со скаутом в контроле точек можно набирать нереально большое количество опыта за счет того, что вы будете подбирать точки. Вернее, не подбирать, а захватывать точки. Получать дополнительный процент овердрайва. Ну и, соответственно, потом уже нагибать противника. И там от рельсы, ну, не так много сейчас резистов, если сравнивать, например, с ТДМ. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, если вы хотите, чтобы видосы выходили как можно чаще, не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.